Уголовно-исполнительное законодательство, оно подразумевает, да, воспитательную работу, то есть это законодательно установлено, и подразумеваются различные виды воспитательного воздействия. И культурно-нравственное воспитание, и физическое воспитание, и правовое воспитание. Библиотека у нас давно, еще, скажем так, во времена Советского Союза она здесь появилась, естественно, является неотъемлемой частью учреждения. Эта библиотека может функционировать в режиме выдачи литературы и в режиме читального зала. Ассортимент, как бы, вот разница большая, да, кто-то любит фэнтези читать, кто-то там лирику, потому что пишут письма женщинам, как бы тут стихи, как бы вот это все, да. Кто-то интересуется энциклопедическими изданиями, приходит сюда, здесь читальный зал работает, берут книги, работают, делают выписки какие-то, да, Достоевского и Толстого берут, читают. Российские газеты выписываются, поэтому если что-то интересует или где-то прошел слух из телевидения, то можно прийти в библиотеку и этим все поинтересовавшиеся материалы, это все прочитать, поинтересоваться. Выписывают у нас и Forbes. Просто, может быть, кто-то проявляет любопытство, кто у нас богатенький в стране, знаете, ну как, ну вот так, да? Интересно же, да? Очень заинтересовался в свое время, меня Пикуль заинтересовал. Я читал его романы «Каторга», вот, потом «Нечистая сила», читал его «Честь имею», то есть о исторических событиях, происходящих с людьми в свое время, тоже те, которые были в свое время в неволе, вот, очень интересно и красочно написал, и которые за душу трогают, прежде всего, как бы жизненно. Работа-то сложная, конечно. Это так с виду кажется, вот там библиотека и вроде бы, да. Но помимо того, что есть библиотека, есть еще масса таких вот моментов, которые нужно решать, да, постоянно как бы поддерживать все это. Это же, ну, сидя на стуле, это как бы не будет решаться, да. Книжка, она многое дает. На некоторые вещи по-другому начинаешь смотреть.